Чемпионат школы «Русатома» по футболу 5+ проводится для воспитанников дошкольных образовательных организаций городов-участников проекта «Школа «Русатома» с целью создания условий для формирования у детей основ здорового образа жизни, умения действовать в команде посредством участия в мероприятиях, а также для поддержки современных развивающих образовательных форматов для детей и их родителей. В этом году Десногорск тоже решил впервые подключиться к этому проекту. Правила для дошкольников несколько упрощенные, не такие, как в большом футболе. Команды состоят из 5 игроков, один запасной. Вот, и турнир длится не более 30 минут. Но я хочу сказать, что все наши ребята очень активно включились в подготовку к этому турниру. Также помогают, также очень активно им помогают родители. В каждом детском дошкольном учреждении города была создана команда, которая будет представлять детский сад на региональном этапе чемпионата. Помогают воспитателям в подготовке родители. Родители с энтузиазмом включились в работу, они рекомендовали своих детей, каждый хотел поучаствовать, очень много было желающих. Отбор был строгий у нас, мы отборочные матчи проводили у себя в детском саду и выбрали, конечно, самых лучших, те, кто в первую очередь, конечно, занимается в спортивной школе, ходят ребятки, ну и те, кто не ходит, тоже проявили себя. Вот девчонки у нас хорошо очень играют, они не занимаются, но они активные, очень спортивные, подвижные, поэтому, играют лучшие сейчас. Для подготовки команд были приглашены лучшие тренеры города. У воспитанников начались профессиональные тренировки, на которых юные футболисты упражняются в подаче и ведении мяча, отрабатывают точные броски по воротам и пробуют различные техники в футболе. Я обожаю футбол, это мой любимый вид спорта. Я пришел играть в футбол впервые, и мне очень нравится. Быть защитником – это очень классно, помогать всем. И вратарю, и нападающим. С маленькими очень легко. Они не замечают, куда катится мяч. Подготовка идет полным ходом. Чемпионат школы «Русатома» по футболу 5+ будет проходить в Десногорске с 14 по 16 марта. Команда-победитель поедет на финальные игры в город Снежинск.